Министерство культуры Российской Федерации проводит 5-й межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. По итогам второго тура решением оргкомитета смотра в числе победителей признано Государственное бюджетное учреждение культуры, этнокультурный центр Ненецкого автономного округа. Заключительный этап смотра пройдет с 11 по 14 июля в Республике Бурятия. Участники примут участие в научно-практической конференции и в церемонии награждения, а также проведут и посетят мастер-классы. В межрегиональном смотре этнокультурный центр Ненецкого округа принимает участие уже в третий раз. Первые два года, вот 2009-2012 год, мы принимали участие, входили в десятку самых лучших этнокультурных центров. И в этом году нам опять вот так вот повезло, что мы попали в десятку лучших этнокультурных центров Российской Федерации. Мы направляем нашего специалиста, методиста отдела декоративно-прикладного творчества Александра Алексеевича Литкова, который представит экспозицию этнокультурного центра и сувенирную продукцию в своих изделиях.